перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Пати-мейкер, ребята, только общение с вами спасает от грусти. И воскресных холодных вечеров. Так, что пишу? Что пишете? Казахстан. Так. Так. 24 заявки сходу. Карелия с нами на связи. Москва. Мо, не уходи, пишут. Мо, не уходи. Да я же ушел уже. Уже ж. Мите, Алисе, привет. Хорошо, когда увижу, передам. Ростов. Так, ФИС, СССР. Это... Спасибо за эмоции. Ты на деловом центре. А что? А что? Классная вью вышла. Да, вам нравится? Ну, круто. Мне тоже нормально показалось. Нормальное вью. Я сейчас в секретном месте. Не скажу, где я. Когда говорят, деньги отдашь. Какие деньги? Это что? Какие деньги? Что, гонишь? Так, заявочки летят. Совместный эфир. Ага. Только вайб хотел включить, и ты в эфире. Хочу к смоке в эфир. Когда опять в рэп будешь входить? Ставрополю привет. Что вам не нравится в трансляции? Темно, да, я в темноте сегодня. Прага, привет. Гриша, Груша, я каждый эфир передаю привет. Уже сколько можно? Ты мне на днях приснился. Говорил, а ты говоришь, буду...
Читайте Библию, кто-то совет дает. Один пишет, ты мне сегодня снился. Другой пишет, чаще читайте Библию. Есть какая-то связь в этом, в этих двух сообщениях? У тебя 2 мегапикселя. Да я с Nokia сижу. Там тут такая камера в Nokia, просто не очень. День первый не очень, пишут. С Урала привет передают. Данилу Дайгородову привет передаю я. Новый альбом «Бомба», все треки залетели. Вас не понять, то альбом не очень, то бомба. Я знаю, кто пишет, что альбом не очень. Пишут вот эти вот. Какие-то, я не знаю, какие-то хейтеры, что ли. Так. День первый шикарен, день третий глубже, чем день первый. Что, я не знаю, может быть. Что мне всю жизнь только все глубже и глубже надо копать. Иногда нужно чуть повыше. Тюмень ждет меня. Сибирь ждет. Сибирь, привет. У нас холодно, как в Сибири. Сколько в Сибири сейчас градусов? Скажите мне. Холодно вообще? Ты всегда такой спокойный. Ну а чё? Да, я спокойный. Посоветуй кино. Ну, я вот думал, вы мне посоветуете кино. На Урал в марте, в конце марта. На Урал. А, так. Привет из Чехословакии. Чехословакии нет такой уже давно. Давай зачитаем вместе. В трансе, да, хотите зачитать со мной? Минус 10. Красноярск минус 10. Да вообще нормально. У вас, блин, теплее, чем у нас. В Сахалине минус 24. Вот, понимаю. Привет с Петергофа. Посмотри сериал «Мистер Робот». «Дело храбрых», хороший фильм. Отличное интервью. В Вологде минус 40. Игорян, привет. Что это значит? За что лайк, бро? За что лайк? Игорян с нами. Наш великий звука... Мак, звукомак, Crazy Raff с нами, тоже сделал так. Так, насильно заставляешь себя писать? Да, просто вообще. За альбом, конечно, утром слушал и кайфанул, и Горян, но как по-другому? Прям мы делаем продукт, который просто... Великий, нахуй. Понимаешь, ну... Я тоже слушал. Но в новом мы сделаем что-то новое, короче. Бухой не я, не бухой. Броня просто. Пятигорск плюс 2.
в Москве минус 16. Ты весь в клеточку. Киев минус 17. Твое творчество для душевнобольных. Это смешно сейчас было. Как меня не видно? Ну, я себя в экране вижу. По-моему, все нормально. Что, вы гоните, что ли? Меня не видно. Новороссийск минус 6, первый раз за зиму. Альбом кайф. Челябинск минус 15. Плохо видно? Блин, я не знаю. Светлее никак не сделать сейчас, к сожалению. Хуйню несешь. Угу. У тебя слабый интернет, поэтому качество падает. Да. Наверное, что-то с интернетом какая-то хуйня. Сиди ближе. Вот, сижу ближе. А, так, привет, привет. Пиксели выдают. В туалете, да. Точно, как ты отгадал, ёлки-палки. Вот вы, конечно. Давай в Баку. Ага, так лучше. Ну, Пика красава, да, Пики, привет большой. Бит Фиесте, да, без сэмплов. Салют Саренбурга. Новосиб минус 20. Зачем сохранять трансляцию? Объясните. Не понимаю. Зачем вы просите сохранить трансляцию? Ну, типа, в чем прикол? Надо сохранять трансляции? Это, типа, нормальная тема? Говорят, ты бросил курить. Это правда? В каком плане бросил курить? В Ижевске я был 3 или 4 раза. В плане, ты был когда-нибудь в Ижевске? Конечно, был. Какую литературу посоветуешь? Да никакую не посоветую. Сегодня у меня нет настроения с литературу советовать. Батл Гуфа буду обсуждать только с Гуфом. Или с Птахой. В эфире. Передаю привет рэперу Леодену из Украины. Альбом «Пушка». Ты знаешь Капюшонного Мо? Я знаю Капюшон Мо. Вот сейчас вот прямо. У меня, видите, капюшон. Ты сегодня вообще убит. Расскажи, как ты собаку жевал. Ну, не очень ощущение. Такое, типа, говядина, мясо, но... Так, чуть-чуть попробовал, на самом деле. Давно это было, давно. Сейчас бы уже не стал. Почему так серьезно к себе относишься? Да кто ж тебе сказал, что я к себе серьезно отношусь? К себе я отношусь нормально. То, что у вас складывается какое-то впечатление обо мне, не значит, что это и так на самом деле. Ну, чувак, ты скучный. Ну, блин, извини. Почему это я скучный? Вам, блядь, надо лишь бы какой-то, блядь, какие-то скандалы, какой-то хейт, кого какие-то, блядь, сплетни. А если человек просто так вот зашел пообщаться, значит, он скучный. В Корее был. Нет, был во Владике. У китайцев. У подпольных. Хейтинг сплошной.
Что ты думаешь, что ждет нас в конце? И следующее. Вот просто пиздец. Сообщение. Что ты думаешь, что ждет нас в конце? И следующий человек пишет сообщение. Съешь козявку. Это же пиздец. Фак. Бля, вы сводите меня с ума. Так. Под твой альбом с ума сошли в 2003-м. Ну вот я поэтому и не пишу такие альбомы. Вон люди ржут. Бля, тут... Так, чайная газ Голдер, привет. Это же просто вообще вынос мозга. Тут в этом эфире просто все. Ты скучный, альбом хуйня, альбом охуенный. Что ждет нас после смерти? Съешь козявку. Это просто, блядь. Ладно, читаем дальше. Смоки. Кто такой Гриша Груша? Я не знаю, кто такой Гриша Груша, но я думаю, что это какой-то крутой чел, потому что в каждом эфире просит передать ему привет. Что встретишь, если встретишь шефа, что ему скажешь? Не знаю, что ему скажу. Я, в принципе, с ним знаком. Скажу привет. Дружище, будет концерт в Москве. Дудю интервью. Да ну нахуй эти интервью. Потом даешь интервью, а вы потом начинаете мне писать хуйню, что я с ума сошел. Вот чтобы всем угодить, нужно просто сидеть на интервью, походу, молча. А ничего о себе не говорить, молчать и типа просто кивать головой, говорить, да, все охуенные, все охуенно, все, я... Так, Саня, извини, но наши жижи пижи. Какие жижи? Я не занимаюсь этой, блядь, хуйней уже очень давно, этим вейпингом. Но могу попарить, кстати. Так, влоги будут скоро. Мы сняли первый влог. Чувствую, хейта будет. Но что поделать. Забей на всех. Их мнение ничего не значит. Будь собой. Да как-то так и пытаюсь. Но типа... Просто иногда вот бывает... Я расту на твоем творчестве. Вот это гениальный коммент. Первый коммент в моей жизни. Я расту на твоем творчестве. Я не я рос на твоем творчестве. Я расту на твоем творчестве. Чувак, просто 10 баллов. Расти сильным, здоровым. Как тебе альбом? Мироша рассказал, почему ему не нравится твое творчество. Нет, не рассказал. Не рассказал. Ничего не сказал. Просто сказал, что не его. Ну, базара нет. Я к его творчеству, в принципе, отношусь нормально. И поэтому, как бы он ни относился к моему творчеству, это как бы его дело. Ну, окей. Я теперь всем респектую, короче. Новая хуйня. Хочу ее продвигать. Вводить жестко в моду. Ну, типа, респект. Потому что, ну, сейчас в русском рэпе творится... А, я же из рэпа ушел. Ну, да. Ну, похуй. Сейчас в русском рэпе много бифов, много негатива. И, короче, я буду вводить новую тему, продвигать, короче, взаимный респект. Никите, что? Ну да. Может быть, хуй его знает. Ну вот, короче, новая тема, взаимный респект. Всем респект.
все крутые, все охуенные. Это такая утопия, но если бы она была типа правдой, мол, думаешь уехать из России? Нет. Нет. А куда мне ехать? Хотя мир большой, ну, типа, таких мыслей нет. Так. Так. Блин, забыл. Зачем сохранять эфир? Я не понимаю, в чем фишка. Объясните мне. Я никогда практически вот не сохраняю эфиры. Мне кажется, блин, это ненужная затея. Ну, может быть, и сохраню. Блин, Паша Техник, он прикольный. Я смотрю передачи с ним, смеюсь искренне. Ну, это весело, это позитивно. Это, блин, это прикольно. Ну, что, постоянно на серьезе, что ли? Блин, хмурится там. Все серьезно должно быть. Разные же люди. Все по-своему угорают. Так. У меня люди заинтересовались. Ладно, не буду говорить, это стрёмно. Так. Присылают мне. Киев Стонером знаком, да. У нас даже с ним совместный был как-то вайн смешной. А, я понял, кто просит сохранить эфир. Гриша Груша. Я так много раз сказал это имя, что, ну, походу. Ты тоже в криптовалюту вкинул? Нет. Продолжай ебашить. Почему дал себе в Римский? Гриша Груша. Бля, это разрыв. Ростову привет. Давай, говорит, фит с Гришей Грушей. Так, а давай-ка смотрю все твои эфиры. Ты молодец. Ты хороший человек. Перми привет передаю. Екатеринбург. Блин, Раф, зачем ты мне пишешь, типа, в WhatsApp, когда знаешь, что мне эфир сейчас идет? Он же виснет. Так, вот тут много заявок. А, сейчас позвоним. Ну, блин, не пиши в WhatsApp, что ж ты за человек-то такой? Редиска. Привет. Привет. Что у вас там за лежанки? Смотри, мы смотрим «Властелина колец». Вот я увидел, что ты в эфире. Я одел наушники. Они смотрят. Молодец, пусть смотрят. О, господи. Так. Гриша, Груша, Гострайтер, Смоки. Блядь, разрыв. Привет, нифига у вас там туса. Так, парень убежал. Давай, говорит, совместку с Бузовой. Ёбаный в рот. Что мне пишут люди? Прошу прощения за французский. Ну, да... Как дела, Саша? Да нормально дела. Нормально.
Нет, вот. Подбородок красный. Круто, мы с тобой уже второй раз в эфир выходим. Блин. Ты чувствовал, каких тебе эфирах? С Бузовой пишутся. Блин, Смоки, кстати, альбом крутой вышел последний вообще. Спасибо. Привет, Израиль. Ты самая крутая, которая мне понравилась. Вечно, вечно. Вот это перс. Сколько лет вам, девчонки? 21. А тебе? Тоже. А, ну вы уже взрослые. Можете рэп слушать, уже можно вам. Да. Взрослый рэп. Ты вообще лучший, самый крутой. Спасибо. Все, обнял вас, девчонки. Подожди, давай скрин. Можно скрин? Давай, улыбнешься? Давай. Сейчас. Сейчас, подожди. О, ты зайка! Наш телефон уронила. Все, давайте, пока, девчонки, обнял. Пока, смотри. Вот. Что может быть в жизни более светлого и чистого, чем смех и улыбки людей? Так, что пишут? Смоки, ты псих. Да, чекнул интервью на Флоу, тебя все заебали. Или почему ты решил вернуться к стилю чебоксарской кухни? Чуваки, какой чебоксарской кухни? Так, вот у нас Евсеев Андрей все с козявками успокоиться не может. Что у тебя за проблема, чувак? Где твой техно? Можно заценить техно мое на следующих синглах. Можно будет заценить. Блин, у меня же в холодильнике лежит типа в мега острый перец. Я хотел чуть-чуть его съесть и показать вам, ну типа ну, дурость какую-то совершить. Была такая мысль. Сейчас думаю, ну нахуй. Я посмотрел просто в Ютубе, как люди едят острый перец. Их так разрывает. Что просто пиздец. Да, будет, если ну, у нас человек 600 соберется, попробую этот перец, конечно. Посмотрим, что со мной будет. А, так, сколько у нас? 55 человек заявки отправили. Посмотрим. Так. Так, так, так. Так. Вот. Некой Инне сейчас наберем. Так, передай Льву, что нахуй надо. Смотрел хоккей. Салют. Привет. Привет. Боже мой, каждый раз, когда я в эфире с кем-то, я страшнее, как атомная война. Да ладно, нормально. Нормально. Я просто спать собираюсь уже, мне пора. Но эфир смотрю. Ага, понятно. Значит, Гриша Груша хочет фит с тобой. Я Гриша разрывной. Так, ну что расскажешь? Альбом огонь, если честно. Спасибо. «Стань дымом» — это песня, которая у меня играет, наверное, раз по 100 в день, что бы я ни делала. Поэтому, ну, мне все понравилось, но вот эта песня, она просто огонь. Ну, давай скриншотик тогда делаем, скриншотик и разбегаемся. Все, хорошего. Стой, стой, стой. Ну, еще раз. Ты мне лайк поставил на видео, спасибо. Пока, пока. Хорошего вечера. Пока. А, да. Давай со мной. Так, а мне надо... Там.
Fest. Угу. Так. Как кинуть заявку? Можем обсудить. Так, посмотрим заявки ваши. С одними девушками, говорит, совместки. Ну, блин. Маша. Антоша. Ага. Полю, кто смотрит? Вот Лил Кейт смотрит нас и молчит. Понятно. Я бы хотел что-нибудь изотермическое. Интервью. Что значит изотермическое интервью? Я тебе уже миллион раз написал. Какой смысл в своей жизни, спрашивает человек? Надеюсь, это не тот же человек, который просил съесть козявку. Какой смысл в моей жизни? Смысл жизни просто в жизни. Поэтому у каждого человека есть смысл в жизни. Изотермическое интервью. Мир настоящий хоть? Не уверен. Не уверен. Помнишь последние свои изменения? А ты помнишь свои последние изменения, друг? Бля, да что же с телефоном-то, а, такое вообще? Чем ты питаешься? Не поверишь. Овощи, фрукты. На вегетарианство давлю. Собаками кто-то пишет, бутерами. Не, я не веган. Душами. Я Геншпиль, мне нравится. Жду возвращения парней. Передаю привет вашей дочери Амалии. Грушами питаюсь, да. Так, привет, альбом Вышка.
Ладно, ребят. Рад был с вами пообщаться. Вот. Всем хорошего вечера.